Ребят, всем привет! Сегодня мы едем на рыбалочку. Едем мы за форелью. Начну снимать дома, потому что там, может, уже будет неудобно снимать. Покажу вам сейчас блесна, какие она заказала. У меня их тут вообще куча. Это блесна Preserve Fun. Они как для форели, также на них можно окуни ловить, язи и голавля. Смотрите, какие расцветочки их тут. Куча расцветок, там и голографические, каких только нету. Сейчас разложу. Вот, смотрите, разложила все блесна. Тут 6 светонакопительных, 3 с хромированным покрытием. Смотрите, какие. И 5 с голографическим покрытием. Прям прикольные, сама бы клюнула. Так, ну а мы сейчас собираемся и потихонечку начнем выезжать на рыбалку. За окном у нас снег. Вообще прям неплохой. Вроде обещали дождь. Я сегодня не собиралась ехать, потому что целый день показывала то, что будет дождь. А с утра просыпаюсь, смотрю погоду. Показывает уже то, что целый день будет снег. Но он там, в принципе, и идет у нас. Вот. Смотрите. Тесс у нас тут с утра уже попивает водичку. Ты чё, Магда? Сейчас мы будем готовить к забросу. Вот такая вот у нас блесенка. Тут вам сейчас будет видно, как идет первая моя рыба. Сразу скажу то, что на платнике тоже не так легко поймать. Смотрите, как гнется спиннинг. И сейчас будет сход этой рыбки, потому что она плохо засеклась. Эмоции, конечно, нереальные от того, что спиннинг прям загибается, почти заходит она у нас в садочек и бесследно исчезает. Сразу по поводу проводки скажу. Я веду и останавливаю немного, на секунду задерживаю. Вот она, поклевочка у нас началась. И идет наша форелечка. Подсекаем под соком, потому что спиннинг очень тоненький. Вот она, наша первая вытащенная рыбка. Смотрите, какая у нас блесна сработала. Сейчас попробуем, поменяем другую блесну. Как будет на нее? На эту поклевке хорошо. Ладно, рыбалка, погнала. Давай, спасибо. Так. Сейчас будем менять блесну, как на другие рыбалки. А пока смотрите, какая у нас зачетненькая форель. Попалась, я ее не буду брать, потому что она сейчас упадет и все. Так, идем дальше. Так, ребята, ну что, первая форель у нас готова. Теперь вот такая вот блесна будет. Они все одинаковые размером, но у них разный вес. Вот это у нас 2,9. Сейчас открываем нашу блесну и покажу. Поклевки, конечно, идут сразу на блесну. Прям прикольно. Вот, видите? Они все одинаковые размером. Такие тоненькие. На окуня даже самое тоненькое. Надо будет как-нибудь попробовать у нас нарезать. Да. На сравнение они одинаковые размером полностью, но по весу они разные. Так, называется сейчас вот это.
светодиодная. Не знаю правильно, но мне кажется, это так. Так, сейчас будем пробовать. Первый запрос у нас был не так. Я сразу же зацепилась. Я что-то не рассчитала силу запроса, поэтому... Тут куча этих бассейнов. Там он прям здоровый плавает. Смотрите, может, вам видно. О, там вообще огроменный. Тут же также есть осетр. Я прям не знаю, в каком именно бассейне. Сегодня почти одного размера. Оба. Вот еще на розовенькую у нас схватилось. Да, ну все, складываем мне на спине. Я почему-то думала, что он сегодня сломается. Потому что это не мой спиннинг облада. И обычно я что-нибудь на делаю. Вот, и у меня он ломается. Потому что она тяжело хорошо. Но оказалось, что приедет. Сейчас уже будем собираться домой. Не знаю, как мы отсюда едем. Такси сюда входит, а назад не входит. Ребят, ну все, закончила я рыбалочку уже дома. Еле, конечно, такси нашла. Сначала подвезли. Там женщина подвезла с этого села, вот, на проезжую часть, а там уже такси нашлось кое-как. Вот. Рыбалочка мне, конечно, понравилась. Первый раз ловила форель именно на блесну. Вот, ну, прошлый раз. Да и форель я, конечно, не часто ловлю. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Извините, конечно, то, что такая рыбалочка. Многие не любят платную рыбалку, но а что делать, когда некуда съездить? Поэтому всем пока-пока!